В январе 1910 года в Барнауле появился первый кинотеатр. Он назывался «Триумф» и располагался в здании пассажа купца Смирнова. Зал на 314 мест был разбит на 4 зоны. От скамеек для небогатой публики до лож для важных персон. В кинотеатре находился балкон с оркестром. Музыканты развлекали публику в антрактах. В январе 1953 года на Октябрьской площади в Барнауле был открыт продовольственный магазин «Под шпилем». Строительство велось больше 3 лет. Проектировал здание московский архитектор Яков Додица. Дом венчает башня с часами, остроконечный шпиль и флюгер. Сегодня здание – памятник архитектуры 20 века, считается одним из символов Барнаула. «25 января 2013 года в селе Благовещенко Благовещенского района был открыт детский сад «Росинка». В новом здании расположились музыкальные и спортивные залы, уютные спальни и игровые комнаты. С появлением «Росинки» очередь в детские сады в Благовещенке сократились на 100 человек.